I don't think most people understand what true love is. It's not the cheesy couple girls post for Instagram. It's not the fancy dates, the happy hours, or the majestic nights laughing at silly movies. True love is waking up in the middle of the night to help you when you are sick, because I don't want you to be sick alone. It's being your shoulder to cry on, to vent to. True love is being your biggest cheerleader and toughest critic. True love is looking at each other on a spiritual level, a level so deep that you can feel them when they are gone. True love is six little words. No matter what, I got you. Я думаю, что большинство людей не понимают, что такое настоящая любовь. Любовь – это вам не посты сентиментальной парочки, выложенные в Инстаграм. Любовь – это не шикарные, крутые свидания влюбленных, их счастливое и веселое времяпровождение над просмотром дурацких фильмов. Настоящая любовь – это проснуться посреди ночи, когда ты болеешь, потому что мне не хочется, чтобы ты болела в одиночку. Любовь – это быть твоей жилеткой, в которую ты можешь выплакаться и высказаться в волю. Настоящая любовь – это быть твоим большим фанатом и самым жестким критиком. Настоящая любовь – это взгляд влюбленных на таком глубоком духовном уровне, что это чувствуется, когда кто-либо из них уходит из этого мира. Настоящая любовь – это всего лишь несколько слов. Несмотря ни на что, у меня есть ты –